Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я до войны и во время войны проживаю в одном и том же селе, в Одесской области Беляевского района, село Дачное. Имею 3 детей. Семья у нас состоит вообще с 5 человек. В 5 утра 24 февраля произошла война у нас в Украине. Муж остался без работы. Мы живем на квартире. Поскольку я нахожусь в декрете, средств на оплату коммунальных услуг и квартиры у нас нет. Государство нам поскольку не помогает. Детских я получаю 200 и 860. Это очень мало. Нам за квартиру платить надо 3. Плюс еще свет, газ и вода. Дети мои очень переживают, и особенно очень чувствительна у меня дочь. Она очень психологически сейчас неуравновешена, потому что, услышав ребенку взрывы в 5 утра и смотреть на небо, когда летят красные огоньки, она кричит: «Мамочка, что это?» Это было очень тяжело. Очень было тяжело смотреть на то, как твой ребенок плачет и говорит: «Мамочка, неужели мы ничего с этим не сможем сделать?» Очень хотелось рассказать людям о том, что чтобы все люди были здоровы, мирного неба над головой нам. Свобода Украина!